Сегодня у нас были первые заморозки. 4 градуса было ночью. Посмотрим, кто как это пережил. Клещевина почернела совсем. Все, ее нужно убирать. Канны тоже один кустик у меня остался невыкопанный. Все, вымерзли, замерзли. И циния тоже имеет довольно-таки неприглядный вид. А гератум. Для него тоже морозы губительны. И хости тоже не понравились заморозки. Девичий виноград был такой красивый. Такие разноцветные листья. Сразу после этой ночи сбросил листву. Кампсис сразу сбросил все свои листья. Березка сразу пожелтела. А так не скажу, что ощутимый урон принес такой мороз мне. Розы цветут, бархатцам вообще все ни по чем. Прекрасно себя чувствуют. Герани тоже, даже листики не прихватило. Вот и все. Убираем всю красоту, ту, которая радовала нас все лето. Наступила осень. То айве хоть бы что. Вон какая красавица.